Бизнес в Крыму будут развивать вологодские предприниматели. Застройщики, производители труб и представители других сфер посетили солнечную Евпаторию с бизнес-миссией. Обменялись контактами, договорились о будущем сотрудничестве и конкретных контрактах. Поставка полиэтиленовых и газовых труб – одно из перспективных направлений развития. С коммунальными службами Евпатории уже налажен диалог. О бизнес-миссии рассказал журналистам глава Вологды Юрий Сапожников, который пригласил предпринимателей в рабочую поездку. По его словам, задача власти – создать условия для кооперации бизнеса городов страны. Если на встрече присутствует глава муниципального образования, либо мэр с одной стороны и с другой, и представители бизнес-миссии, то вот уже шансов, что они договорятся и получим готовый продукт, вот гораздо больше. Поэтому полагаю, вот на нашем уровне, на муниципальном, наиболее верным путем развития партнерских экономических связей, естественно, внутри Российской Федерации. Им нужны инвестиции, а нашим бизнесменам нужны точки вложения, куда вот реализовать, куда продать, где построить. В этом смысле, конечно, в Крыму есть много задач, где наши могут найти себе точки вот эти опорные. Опорные точки искали не только в экономике. Главы Вологды и Евпатории Юрий Сапожников и Олеся Харитоненко подписали рамочное соглашение. Впервые с крымским городом Вологда подружилась в 2015 году. Теперь партнерские отношения станут бессрочными. Главы городов договорились о сотрудничестве, обмене опытом создания инвестиционного климата, развитии внутреннего туризма. Инвесторы, которые хотели бы вложить на территорию Республики Крым, мы, конечно же, как евпаторийцы, приглашаем к себе в свой регион и надеюсь, что эти вот такие соглашения, они найдут свою реализацию. Реализует контракты областная столица не только с Евпаторией. Вологда сотрудничает еще с 10 городами-партнерами, и российскими, и зарубежными. Коувола, Страсбург, Севастополь. С ними Вологда налаживает связи. И это приносит результаты. Например, в некоторых вологодских домах уже установлены лифты из Могилева, а кукольные спектакли вологодского теремка показали в болгарском городе Бургас. Мария Кудрякова, Михаил Протасов, Вологда РФ.